Что? Ты хочешь сказать, что наша тетя была колдуньей? Мама! Соня! Это мы! Это мы ее оживили! Она проснулась! Мне что-то не хочется смотреть. Вдруг там еще что-нибудь похуже. Алло? Что так долго трубку не брала? Извини, страшилку смотрела на YouTube. Свою? Нет, канал «Дневник Карины». Кстати, классные страшилки. Посмотри, я тебе ссылку скину. Хорошо. Сонь, ты прикинь? Я сегодня искала на чердаке свои ролики, и знаешь, что я нашла? Что? Ты не поверишь. Ну, говори уже. Я нашла коробку с надписью «Личные вещи Ангелины Майер. Не трогать». Ты серьезно? Да. Представляешь, наконец-то мы хоть что-то о ней узнаем. Настя, без меня не открывай, пожалуйста. Хорошо, Соня. Давай, приходи скорее. Привет. Еле дотащила. Ты одна, надеюсь? Да, абсолютно одна. Круто. Мне уже не терпится посмотреть на вещи нашей загадочной тетушки. Ну что, к вечеринке готова? Конечно. А я испекла пиццу. Какая же вечеринка без пиццы? О, классно. Ну что, давай сначала коробку распакуем, а потом пиццу. Да, давай. Личные вещи Ангелины Майер. Не трогать. Интересно, чей это почерк? Самой Ангелины? Или уже кто-то после нее написал? Не знаю. Если честно, я так волнуюсь. А вдруг там что-то жуткое? Настя, что там может быть жуткого? Ей было всего 17 лет. Ну мало ли. Ты же знаешь, родители что-то скрывают о ней. Что-то нехорошее. Ладно, Настя, не нагоняй страха, давай уже открывать. Ух ты, похоже на личный дневник. Ага, по-моему, она любила рисовать. Да, только рисунки все какие-то одинаковые. Одни змеи. Смотри, тут что-то написано. Ага. Только не пойму, что. Ну ты же умеешь по-английски читать? Можешь перевести? How to do it, Дембелла. Give me the power. I beg of you. И что это значит? Ну, первое не знаю. А второе означает «дай мне силы, я прошу тебя». Интересно. А что дальше? А это уже на французский похоже. Лаву мерси, дюбой шалоид. Сукуазен тьен, мепо дему. Awake, awake, awake. Что-то знакомое, но я забыла что. Это означает «проснись» или «пробудись». Что-то мне это не нравится. Это похоже на заклинание. Что?
Ты хочешь сказать, что наша тетя была колдуньей? Не обязательно, Настя. Я думаю, нам стоит взглянуть на другие вещи, чтобы окончательно разобраться. Ну давай. Что дальше посмотрим? Давай вот этот мешочек. Ух ты, домино что ли? Не знаю, домино вроде с двух сторон картинки. Мне кажется, это какие-то магические штуки. Давай теперь эту шкатулку посмотрим. Вау, карты? Только необычные какие-то. Я думаю, что это гадальные карты. Таро или что-то в этом духе. Она еще и гадалка была? Ничего себе, в 17 лет. Настя, я думаю, что вот эти штуки тоже как-то нужны для гадания. Возможно, это руны, но я не особо разбираюсь. Да, сколько у нее колдовских штучек. Интересно, что там еще лежит? Может, засушенные крысы? Надеюсь, что нет. Что-то меня пугает этот большой сверток. Блин, что там, интересно? Давай открывай. А почему я? Давай ты. Блин, страшно. Давай вместе. Хорошо, давай. Может, дождемся родителей и расскажем им об этой находке. Может быть, они что-нибудь придумают. А когда они приедут? Завтра. То есть ты предлагаешь переночевать с куклой Тиффани? Отличная идея, только без меня. А что ты предлагаешь? Давай сожжем все эти вещи. Ну все как-то жалко. Все-таки это единственное, что осталось от тети Ангелины. Давай тогда только куклу и этот дневник. Там какие-то странные записи. Может, это вообще заклинание? Зачем мы только это читали? Да, ты права. Давай ее сожжу. Мама! Соня! Это мы! Это мы ее оживили! Она проснулась! Бежим отсюда! Бежим! Настя, стой! Смотри! Она вылезла в окно! Мамочки! Настя, по-моему, мы правда прочитали какое-то оживляющее заклинание в ее дневнике. Соня, зачем мы это сделали? Но мы же не знали. Настя, по-моему, в коробке еще что-то лежит. Еще один сверток. Надо посмотреть, что в нем. Мне что-то не хочется смотреть.
Вдруг там еще что-нибудь похуже. Настя, мы должны посмотреть. Вдруг эта вещь как-нибудь нам поможет избавиться от Тиффани. Хорошо, смотри. А я тут постою. Этого не может быть! Ого, какое жуткое зеркало с черепами. Как такое возможно? Я не понимаю. Этого зеркала не существует в реальности. Ты о чем? Может, это сон? Настя, мне что, это все снится? Сонь, да что с тобой? Ты ведешь себя очень странно. Настя, это зеркало не настоящее. Не настоящие? Да, оно из моего сна. Вера, ты тут? При чем тут Вера? Сон, да что с тобой? Настя, недавно мне снился сон, и в этом сне я видела это зеркало, и в нем была Вера, и выглядела она как призрак. Соня, может, стоит позвонить Вере? Да, ты права. Набранный вами номер не существует. Соня, что случилось? Вера, я даже не знаю, с чего начать. Давай по порядку. Хорошо. Настя нашла на чердаке коробку с вещами нашей покойной тети Ангелины. Там было много всяких колдовских штучек и блокнот, в котором было написано что-то на разных языках. Мы с Настей прочитали и перевели. Оказалось, это какое-то заклинание. И мы думаем, что оно оживляющее, потому что после этого мы нашли в коробке жуткую куклу Тиффани. И она сбежала в окно. А что за заклинание? А, сейчас. Ада, дуэ, дэмбла. Не надо! Не читай дальше! Я знаю его. Это заклинание Вуду. А Дамбала – это бог религии Вуду. И это заклинание действительно способно оживить мертвое тело. Или даже куклу. Что вы натворили? Вера, прости, мы не знали. Но это еще не все. Не все? А что еще? В коробке тети Ангелины я нашла зеркало. То самое. То самое? Да, в которое ты вселялась в моем сне. Что? Не может быть! Это правда! Что нам теперь делать? Мне нужно посоветоваться со старейшинами. Вера, а это зеркало опасно? Там есть дух? Я не знаю, Соня. Я сейчас попробую все разузнать и перезвоню. Но однозначно это зеркало очень мощный артефакт. Будь с ним осторожнее до моего звонка. Я скажу, что с ним делать. Хорошо, мы будем ждать. Соня, наша вечеринка не удалась. Друзья, в своей группе ВКонтакте я просила вас сделать субтитры к моим видео. Многие из вас откликнулись на эту просьбу и добавили субтитры на русском и даже на английском языках. Хочу вас поблагодарить за это. Ваши имена я буду добавлять в свои новые видео. Еще раз спасибо. До встречи на канале Непета Страшилки.